афинские яблоневые сады. Издавна славятся они своими замечательными плодами. С юных лет мечтала Джумагис Джаназарова стать садоводом. Не сосчитать, сколько плодовых деревьев вырастила за годы трудовой жизни Джумагис. На своем участке в совхозе «Горный гигант» звено Джаназаровой собрало самый большой урожай яблок – в 3 раза больше годового плана. Джаназарова охотно передает свой опыт помощницам и ученицам, прививает им любовь к замечательной профессии садовода.